значит, я так понимаю, все уже завсегдаты. Хорошо, мне приятно, что вы всегда со мной. Итак, почему мужчина уходит от женщины, которую любит? Ведь нередко случается ситуация, когда мужчина оставляет женщину с ребенком. Мужчина уходит из семьи, в которой, казалось бы, надежность, стабильность, верность. Мужчина уходит от женщины, с которой, как они говорят, пуд соли съели. Сумели пережить сложные жизненные ситуации и проблемы. Мужчина уходит из романтических отношений, в которых, казалось бы, любил. Каковы причины, как вы думаете? Что происходит с мужчиной? Почему? Почему его вдруг уже ничего не держит? Он не думает о будущем этих отношений, он все бросает и уходит. Каковы причины? Пожалуйста, ваша версия. Спасибо, Татьяна. Надоело. Что надоело? Охотник по натуре. Отлично, спасибо, Ирина. Кризис возрастной. Ага, отлично, 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 отлично. Молодцы, молодцы, замечательно. Поговорим о том, что мужчина охотник по натуре, да? Поговорим, что он охотник по натуре. Значит, получается, что мужчине нужна всего лишь охота. Ему всего лишь охота. Для мужчины всего лишь процесс завоевания женщине более важен, чем то, что, чем перспектива в отношениях с вами. Ищет приключений. Отлично, спасибо, Ира. Угу. Нет огня тепла, ушел интерес. Кризис возрастной. Интересная тема, Ира. Ирина, простите. Возрастной кризис. На самом деле, я вам хочу сказать такую вещь. Относительно возрастного кризиса. Слушайте внимательно, потому что всех это коснется. Ну, не дай бог, конечно. Всех это касается. Нужно понимать кризисы в отношениях. Смотрите, давайте коснемся немножко этой темы. Как некоторые называют, седина в бороду, бес в ребро, да? Но не в этом суть. Не в этом суть. Дело в том, что когда мужчина выполнил свой отцовский долг, супружеский долг, и если в его жизни, в отношениях с супругой нет главного, то он пытается переосмыслить свою жизнь. Именно поэтому на пороге 50 он думает, а так ли я прожил свою жизнь. Именно поэтому на эту возрастную категорию распространяется полный, так скажем, полный переворот в его жизни. А не то, что мужчина смотрит на молодых и думает, как ему развлечься. Ну, может быть, кто-то и думает, как ему развлечься, но это не из той категории мужчин мы рассматриваем. Мы должны рассматривать ту категорию мужчин, которые в потенциале для серьезных отношений, отношений в любви. Ищет приключений, предлагает Ира, такой момент. Все согласны с тем, что мужчина ищет приключений? Неоправданы его ожидания. Он надеялся всегда иметь и получать то, что он желает.
Таня, 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 Таня. Дорогие мои женщины. Пока вы смотрите на мужчин с позиции, что все для них любимых, вы будете всегда думать, что вы на посылках. Вы будете всегда чувствовать себя на посылках. Вы всегда будете обслуживать мужчин. Они не мечтают и не желают, только пользуются. Да, Ира. А это к вам тоже относится. То, что сейчас я пытаюсь произнести, вот опять-таки, как часто я ловлю себя на мысли в ВКонтакте, в дискуссии с аудиторией на том, что имеющие уши да услышат. Вот я хочу, чтобы вы сейчас включили звук. Чтобы вы включили, потому что орган слуха, он работает безотказно, это понятно. Включите звук с понимания душой. Включите способность слышания. Ведь одно дело, когда мы сотрясаем воздух какими-то словами. Другое дело, я вам говорю, милые женщины, вы понимаете, что вы сегодня в той позиции, как тот пессимист, который видит стакан наполовину пуст. Что мир вам не принадлежит. Он принадлежит другим. И мужчины, если достаются, то кому-нибудь, но только не мне. Мужчины, те, которые достаются, только те, которым нужно только что-то от меня. Когда я вам говорю, что вы сегодня в роли той женщины, которая всегда на посылках, не примите это как упрек, примите это как звоночек к тому, чтобы научиться понимать себя в этой жизни. Потому что это очень важный момент, с какой точки отсчета мы начинаем свое движение, каждое последующее движение, независимо от того, что у вас был негативный опыт, несчастная жизнь, одиночество в большей степени и одни неприятности и неудачи. Неважно. Каждый последующий шаг в выборе, каждый следующий шаг, который вы делаете в своей жизни, это ваш выбор. Так вот, делать этот шаг в пользу того, чтобы изменить свою жизнь, это правильный выбор. Топтаться на месте – это не выбор, это пассивная роль. А двигаться вперед к тому, чтобы изменить свою жизнь, это выбор. И поскольку женщине свойственно слышать не только вот ушками, но и сердцем, душой, вот открывайте вот этот потенциал интуитивный потенциал познания мира. Интуитивный потенциал. Конечно, если вы в суете, если вы очень много чего хотите, если вы жадные на все, ваш потенциал это будет сокращен до минимума. Как раз таки природа балансирует. Тем, кто старается жить в тишине и в таком пространстве осознания, понимания, тем лучше дается слышать, познавать мир с помощью интуиции. Легче слышать правду, более понятно разобраться, где можно доверять, где нельзя, потому что женщине дана эта, скажем, функция интуитивно чувствовать окружающий мир. Итак,
Двигаемся дальше. Причины. Значит, любопытство тянет мужчину на сторону, думаем мы. Есть желание погулять, развлечься. Мы так характеризуем то, что мужчина устал от быта, от рутины, да, он пытается отвязаться где-то, да, развлечься, устал от обыденности жизни. Очень много женщин, которые объясняют себе тем, что появляется другая. Или разочаровался в семейной жизни, да? Ему надоела такая жизнь, и он потерял интерес к этой женщине. Почему он теряет интерес? Почему мужчина? Ведь мы же понимаем, что мужчина все равно хочет быть счастливым. Мужчина хочет быть счастливым. Мужчина хочет любить. Это вопрос? То есть это вопрос к тому, что вы этого не знаете, да? Что да? По-своему. По-своему это как? Только себя любимого любить рядом с вами? Да, но они не знают, что им нужно для счастья. А, вот так вы себе это объясняете, да? Мужчина не знает, что ему нужно для счастья. Хочет любить и быть любимым. Спасибо, Ирина. Кто больше склоняется к тому, что мужчина не знает, что ему нужно для счастья, или то, что мужчина хочет любить и быть любимым? Кто склоняется? Давайте проголосуем. Кто хочет, кто думает, что мужчина хочет любить и быть любимым, а кто думает, что мужчина не знает, чего хочет? Эля, спасибо, что мужчина все прекрасно знает. Отлично, еще? Какие еще версии? Не знают, что нужно для счастья, Таня. Еще, значит, 2-2 у нас идет. Еще какие версии? Мужчина знает, 3, чего хочет, хочет быть свободным, знает, что хочет. Ирина, ответьте на вопрос. Он хочет любить и быть любимым или не знает, чего хочет? Не знает. 3-3. То есть у нас мнение разделяется. Хочет любить и быть любимым. Хочет любить и знать. Надоело ему все. Мэри, вы у меня учитесь. Молчите, пожалуйста. Молчите. Я знаю, что вам хочется подсказать. Я знаю, что вам очень хочется себя проявить, но, пожалуйста, сидите в затишье, потому что вы у меня учитесь. Сейчас идет диалог с теми, кто ничего не знает о теории любви. Пожалуйста. Итак, у меня тогда встречный вопрос к тем, кто думает, что мужчина хочет любить и быть любимым, да? У меня к вам встречный вопрос. Почему не с вами? Скажем, вопрос на засыпку. Почему не с вами? Да? Он все точно знает, и когда полюбит, то никуда не денется. Хорошо, Ира. Ага. Легко достается. Да, потому что на этом этапе отношения я сделала что-то не так, и он во мне разочаровался. Недавно пережила расставание. Хорошо, Эля. Ага. Женщина не знает, как общаться. Вот оно, Ирина. Потому что не та. Почему не вы? Хорошо, частично мы ответили на вопрос, что почему не вы, если он хочет любить и быть любимым, почему рядом с ним не вы? Да? То есть
Потому что женщина не знает, как себя держать в отношениях. Правильно? Теперь вопрос у меня на засыпку к той категории женщин, которые думают, что мужчина не знает, чего он хочет, поэтому он курсирует, мечется туда-сюда. Сколько в среднем у вас уходит времени для того, чтобы выяснить, что мужчина не знает, чего он хочет? Полгода, год, два, три. 3 недели. Быстро, Таня, вы выясняете. Это хорошо, это быстро вы выясняете. Это очень быстро вы выясняете. Вы уверены, что вы знаете, что за 3 недели, что мужчина точно не хочет с вами ничего? Или что он не хочет, что он не знает, чего он хочет? Я не случайно задаю этот вопрос, потому что, как правило, когда женщина понимает, что мужчина не знает, чего хочет, остается с ним по меньшей мере 2-3 года. Это самая малость, что из одних отношений в другие она плавно перетекает и встречает тех парней, которые не знают, чего хотят. Мне мой через 3 года сказал, что хочет, а до этого не мог сказать. Да, Оля, правильно. Вы в каждых отношениях теряете по 3 года жизни, чтобы разобраться, что ваш партнер не знает, чего хочет. Тогда у меня встречный вопрос. Да-да-да. Почему вы вступаете в отношения с такими парнями? Для здоровья! Для поддержания здоровья! Лучше признайтесь, Оля, в том, что вы свое здоровье с ними теряете, дорогие мои. Надеемся, что он будет такой, как нам нужен. Ага. Недооцениваем себя, это правильно сказано. Ирина, спасибо. Рассматриваем его. Долго рассматриваете? 3 года жизни – это много. Любовь и надежда. Любовь и надежда. Любовь и надежда, Ира. Мы же не знаем заранее, что они такие. Нужно учиться понимать, что мужчины такие. Я была с парнем 4 года, который не знал, хочет ли он быть со мной или нет. В итоге встретил другой, уже год живут вместе, так что... Эля. Вот понимаете, вот типичная женская история, когда женщина тратит на мужчину часть своей жизни, думает, что он поймет, образумится, и в итоге он берет, встречает другую женщину и уходит. Но почему этой женщиной не вы стали? Почему ему нужна другая? Он с вами прожил 4 года, он с вами был 4 года. Ведь, понимаете, отношения-то, в этих-то отношениях изначально присутствуют как минимум любовь, влюбленность. Мужчины-охотники, получив свое, ищут следующую жертву. Смотрите, хорошо. Тогда у меня к вам встречный вопрос. Почему вы думаете, что вы должны стать жертвой в отношениях? Почему вы думаете, что в отношениях мужчина должен вас завоевать,
Да, поскольку он охотник, в нем инстинкт, да, это никто не отменял и не отменит. Вот, пока в мужском сознании это есть, это нужно, эта функция ему нужна для чего-то. Но почему вы стали жертвой? Почему именно вы стали жертвой? Если говорит, что не знает, чего хочет, то точно выкручивается, все он знает. Угу. А по большому счету, скажу вам откровенно, Ира, не знает. Вот есть мужчина, вот как кто нам привел в пример Эля, да? Вот мужчина с Элей встречался, как Эля пишет свою историю. Он встречался с ней и не знал, хочет ли он быть с ней или нет. А встретил такую женщину, оп, у него сработало. Хочу быть с ней. Сразу же, через год. И они вместе, да? Эля пишет. Вот от чего это зависит, что вот с этой хочу, а вот с этой, ну, да-да-да. Спасибо, Эля. От чего это зависит?